Обещали открыться в мае, но не получилось. Бывший Лермонтовский санаторий, который в феврале этого года стал одесским и перешел в собственность Минобороны, до сих пор приводят в порядок. Несмотря на то, что еще в апреле врачи заняли свои рабочие места, проектно-сметная документация на новое оборудование была составлена и отправлена в Киев. Оборудование уже составлено, смета составлена и уже закупается на 4,7 миллиона гривен на Министерством обороны для санатория оборудования медицинское. Мы планируем, что в течение полутора, максимум двух месяцев это оборудование уже будет здесь. Это новые ванны, механотерапия, физиотерапия, диагностика, то есть там большой список. По словам нового руководства, сроки открытия перенесли из-за состояния, в котором они приняли санаторий. Вот таким бывший Лермонтовский был в апреле. Некоторые корпуса больше напоминали свалку, столовая полностью покрылась плесенью. Сейчас же из санатория несколько раз за день вывозят строительный мусор, а здание изнутри отремонтировали. При этом во время съемки мы выяснили, что обещанные деньги из Минобороны они до сих пор не получили. Все, что сделано, это сделано за свои. За свои деньги? То есть не за то, что выделили? Нет, все, нет, особенно. Все, что выделено, ничего не осваивалось. Заработает ли здравница в июне или сроки вновь перенесут, команда репортера будет следить за ситуацией в санатории.